Кстати, уже завтра в Кунгуре стартует первенство Пермского края по боксу среди юниоров. Спортсмены со всего Пермского края съедутся к нам на 4 дня, чтобы определить сильнейших в своей возрастной группе 17-18 лет. Наш город представит 9 воспитанников Альберта Нурисламова из спортшколы «Уралец». Это кандидаты в мастера спорта и победители краевых соревнований. А также юниоры молодого тренера Александра Шарлаимова. Подготовка к соревнованиям идет полным ходом, слабым здесь не место. Поэтому ребята выкладываются на тренировках на все 100 и даже больше процентов, отмечают тренеры. Сложность в том, что у нас юниоры, они первый год зашли в этот возраст, и им поэтому будет посложнее, они первый год участвуют. А так работа идет по плану, но зависит от того, как говорится, удача и жеребьевка, как пройдет. В первые два дня на сцене Дворца культуры «Мечта» пройдут предварительные бои. В пятницу в 16 часов лучшие из достойных встретятся в полуфинале, а финал пройдет в субботу в 11 утра. По итогам боев сильнейшие спортсмены в составе сборной отправятся защищать честь Пермского края в первенстве Приволжского федерального округа, который пройдет в Республике Татарстан. Приходите поддержать наших боксеров!